Возведение новых объектов, оказывающих позитивное влияние на комфорт проживания в регионе, позволяет ему повышать свои позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации. И накануне был опубликован топ-35 экономически сильных регионов Российской Федерации. Тверская область оказалась в лидерах по социально-экономическим показателям за 2023 год и заняла 24 место. По каким критериям выявляли наиболее эффективные регионы, о чем это свидетельствует? Об этом в нашем следующем материале выпуска. Субъекты России оценивались по 9 социальным и экономическим показателям: по уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, уплате налогов, показателю промышленного производства. 2023 год для Тверской области стал временем возможностей, подчеркивает заведующая кафедрой госуправления университета Галина Лопушинская. Это связано с реализацией в нашем регионе крупных проектов. Собственно, это и позволило области выйти на новый качественный уровень по социально-экономическим показателям. 23-й год для Тверской области был достаточно результативным. Те проекты, которые запущены, крупные инфраструктурные проекты, которые связаны с высокоскоростной дорогой, которые связаны со строительством западного моста, которые связаны со строительством детской областной клинической больницы, это привлечение средств. А привлечение средств – это и закупка материалов на территории, это и возможность предоставить рабочие места для своих строителей. Рейтинг был разработан на основе данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. А это говорит о фактических цифрах, с которыми, как говорится, не поспоришь. Большой объем собранных налогов свидетельствует о том, что их было с чего платить. А это значит, что деловая активность в регионе не уменьшалась, а наоборот росла. Галина Лопушинская подчеркнула, что занятая наша область 24 место в рейтинге из 89 регионов может быть связана с разными условиями, которые это предопределяют. Военный оборонный заказ, который пришел на ряд наших машиностроительных предприятий. Введение определенных линий по импортозамещению, которые наши компании запускали и занимали ту нишу, которая высвобождалась. Попадание в тридцатку говорит о том, что показатели, характеризующие экономическую сферу, а значит создающие основу для реализации социальных функций региональными органами власти, достаточно удачные, позитивные. Как подчеркивают специалисты, 2023 год для Тверской области стал временем возможностей. Но как регион будет эти возможности использовать в будущем, покажет уже следующий рейтинг. Но так или иначе, задел весьма перспективный.